Итак, всем привет, с вами Sumo Friends. Сегодня мы посмотрим на карту Big Farm версия 1.2. Что у нас здесь имеется? Вот это вот набор, весь набор стартовой техники, который присутствует. Сейчас мы прокатимся по карте, посмотрим, что к чему, и сделаем какие-нибудь выводы. Кстати, это тут большой минус. Со старта было 11 ветряков, 15 ульев, 15 солнечных панелей, что сразу лишает смысла вообще какого-либо зарабатывать деньги. Видим, вот силосная яма. Здесь вот у нас смеситель для моносмеси. Склады для травы, соломы, там, силосов, урожая и прочего такого. Кстати, карта является мультифруктовой. Посмотрим. На карте у нас есть рис, мак, подсолнух. Также имеются свиньи, цыплята на продажу и телята на продажу. Животные все находятся рядом. Вот здесь вот сразу рядом со стартовой техникой коровник. Сразу же рядом телятник, овчарня, свинарник. Все тут компактно. Размер карты довольно-таки большой, но в основном всю территорию занимает поля. Объектов мало, но поля здоровые. Поля очень большие, что в принципе хорошо. Не люблю, когда маленькие поля. И когда большие поля, проще работать курсплеем, прочими модами. Сейчас мы съездим, посмотрим на курятник. Потом быстренько пробежимся по объектам и будем заканчивать. Для леса есть места. Кстати, да. Там чуть-чуть дальше. Мы будем его проезжать, посмотрим. Есть лесные участки. Но если заниматься на этой карте леса, то его лучше всего выращивать. Потому как его мало и он быстро кончится. И еще, да, я не знаю, с чем это связано, но у меня на карте половина шлагбаум, ворот не работает, не открывается. Может, конечно, конфликт какого-то мода. Вот здесь вот не открывается, например. Сколько бы я ни пытался, я и вручную подходил, и так не работает. Поэтому быстренько так пробежимся. Здесь у нас курятник. Вот обычные куры, здесь вот, и двери что-то вот, цыплятник не открывается, ну это скорее всего конфликт модов. Вот тут цыплятник у нас находится, для них тоже вот отдельные склады. Это для щепы склады, картофеля и сахарной свеклы. Ну, остальные здания, в принципе, так, для виду. Сейчас мы пройдемся на пункты продаж, посмотрим там все. Ну, как вам сказать, для курсплея, конечно, карта удобная, хорошая. Пожалуй, я у себя ее оставлю, может быть, когда-то поиграю. Общая оценка карте, скажем так, где-то четверочка, уверенная. Производительность у нее загрузилась где-то около 40, может 50 секунд. Ну, чтоб лагать, я бы не сказал бы, что лагает. Хотя местами, вот где много складов, местами бывает и да. Подтормаживает, но это скорее всего из-за самих модов, из-за самих складов. Вот здесь мы видим небольшой лесной участок. Вот здесь вот, кстати, я так и не разобрался, что это такое. Ну, скорее всего, это продажа жидкого навоза. Подойдем, посмотрим. Тут тоже у меня ворота не открывались. Ну, вот, видите, с
Скорее всего, это продажа этого навоза. Потому как иного смысла я в этом здании вообще не вижу. На карте, да, кстати, самовывоз молока. Здесь вот мы видим пункт продажи леса любого. Вот, например, здесь щепа продается, а здесь просто лес. А рядом пункт продажи молока. Вот он. Сейчас приедем на маркер. Вот здесь продается молоко. Довольно удобно. По крайней мере, можно на курсе запускать. Будет нормально. Это магазин. Стандартный, в принципе. Со стандартной карты. И здесь у нас скотобойня. Сюда мы будем привозить, сдавать поросят, телят, курей. В собственности у нас, если я не ошибаюсь, 3, по-моему, поля. 4, одно поле и 3 луга. Это силосная база. Силосная база абсолютно стандартная, только того, что более просторная, удобно, скажем так, на ней работать, не теснится ничего. Здесь опять вот большой лесной участок. Ну, а это магазин, можно сказать, практически единственная точка продажи. Здесь продаются яйца и все остальное, все, что выращиваем на этих картах, на этой карте. Вот на этом, пожалуй, все, как видите сами. Ландшафт ровный, поля правильной формы. И объектов больше не присутствует. Никаких. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.